Новый логистический центр планирует открыть единый центр муниципального заказа. Нынешний работает успешно, обслуживает 110 нижегородских школ и 271 детский сад. Но задачи и объемы питания растут, поэтому нужно расширяться. Новый логистический центр позволит увеличить площади хранения сразу на 3/4, до 3500 квадратных метров. Курагу принимаю. Курага есть. Все нормально. Смотрим, не нарушена ли упаковка. При вскрытии упаковки, если мы ее вскрываем, мы уже смотрим на качество само, на запах сразу же, то есть реагируем, если какие-то присутствуют. Если товар некачественный, мы его отправляем обратно на склад, не принимаем, в накладной, соответственно, вычеркиваем. У нас есть группа в Вайбере «Контроль качества», в которой мы сразу же выкладываем фотографии. Склад, соответственно, также идет фотография в группу «Контроль качества». Сразу же идет реакция на это. Мы заказываем продукты на сутки. Каждый день у нас машина, у нас как мы работаем с колес, у нас нет залежней, поэтому если, допустим, завтра у меня идет запеканка, я заказываю это в уроке. И так, в общем-то, каждый день. Мы планируем открыть новый логистический центр, потому что как бы в новом году в действительности у нас как бы объемы выросли. Мы бы и могли и на этом складе, но так как у нас первоначальная задача качество, поэтому решили как бы открыть еще дополнительный склад в феврале месяце.